Всем привет! На улице красота. Градусов 15, наверное. Может, чуть поменьше. Вышла погулять, подышать свежим воздухом. Не хочу сегодня рассказывать вам никаких умных историй. Я вышла на озеро, сижу, любуюсь. Дышу свежим воздухом. Погода приятно радует. Не хочется думать ни о каких жутких историях, ни о каких проблемах. Кроме меня вон тоже люди какие-то ходят. Правда, здесь не очень много народу. Честно говоря, с одной стороны, природа порадовала, а с другой стороны, очень разочаровала то, что я увидела на нашем озере. Я увидела, что обратную сторону озера начали застраивать, к сожалению. И уже вместо того, чтобы бросить глаз на природу, на синее небо, я вижу каменные джунгли. Очень жаль. Был такой приятный, уютный уголок, где можно было отдохнуть от городской суеты. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая красота. Я думала, уже льда нет, а лед еще не растаял. Только краешки воды. А дальше еще лед. Но такой рыхлый, серый. Солнышко светит. Лед блестит на солнышке. Вон старые камыши стоят. Вышла подышать свежим воздухом. Раньше можно было отвлечься здесь и подышать, и почувствовать себя прямо на природе, красота. И вот посмотрите, что я увидела. Буквально за эту зиму на обратной стороне озера выстроили каменные джунгли. И весь горизонт застроили. И уже не увидишь той красоты, зелени, сливающейся с небом. Остался вот совсем-совсем маленький крохотный кусочек. Неужели это застроит? И бедным местным жителям негде будет даже глаз бросить, отдохнуть от бетона и от стекла, подышать воздухом. И очень меня удивила вот такая картина. Вот посмотрите, там вот вдалеке стоит мужчина, который уже загорает на солнышке, принимает солнечные ванны. Вот так вот. А я вот тут, понимаешь, в куртке, с шарфом. Правда, мне жарко, если честно. А он вот так. В ботинках и трусах. Здорово. А природа уже оживает. Хорошо на солнышке. Просто чудо. Вот такие краешки у льда. Здорово. Не хочется думать ни о каких проблемах. Последние льдинки. Скоро все это растает. И больше не будет. Солнышко-то такое яркое отражается. Вообще красота на улице. Природа оживает. Небо, весеннее, красота.
красота. Рано, правда, в этом году. Когда это у нас в конце марта все так было? Обычно в это время еще мороз. В этом году ранняя весна. Уже даже отца. Чудо какое-то. Камышовый лес. Почему-то летом он так не смотрится, а весной это просто чудо какое-то.